Московская область, февраль, 21 год. Офигеть можно, просто офигеть. Такого еще не было за мою жизнь. Вот, кое-как прочистил дорожку. Вот снега, вот не знаю, вот моя рука. Вот так вот я выгляжу за 15 минут работы. Вот снегоуборщик, который чуть-чуть не рассчитанный для таких снегопадов. Вот. А у меня вот совсем скоро порвется трос. Посмотрите на трос. Он держится на трех волосинах. Вот. Если эта штука порвется, мне вот это все чистить руками. Вот это вот будет так себе удовольствие. Я смеюсь и плачу просто. Пойдемте посмотрим за двором. Вот крышу, кстати, только вот недавно чистил. А вот получается тоже, вот эти крыши недавно чистил. Вот. Такой себе слой. Нормальный. Вот такие они вот. Московские снегопады. Вот. Легких путей не ищем. Уже снега набрал. Ух ты. Здесь еще больше. Вот это жесть. Вот, вы посмотрите на это. Почти что по локоть. Так, а мне еще за двором чистить. Ух ты. Ой, руки прилипают. Мороз минус 15. О. Да. Да. Так, а BMW X5 соседа проехала. Фига себе, даже не забуксовал. Вот. Вот так вот. Офигеть. Вот это снежок. Ну, за двором еще вчера чистили. Еще поздно. Чистили. Блин, руки прилипают. Вот такие вот у нас снега. Снегопады. Вот. Это просто какая-то жесть. И опять снег идет. Ё-моё, когда я его дочищу. Вот сапог. Вот сапог. Вот снег. Это при условии, что вчера еще было где-то половина от этого. Я почистил. Хорошо, что бензина купил. Вот у меня двадцаточка бензина стоит. Ну что, будем продолжать чистить. Нефиг тут видосики снимать. Всем пока.